Hello, happy day. This video for Lilian Alenka, and in this video you can see how to make flowers from formeran. And in now we our camera in right position. In last video, camera wasn't in right position, and now you can see more how to make flowers. Hello from us and from our cat for Lilian. Всем добрый день. Так, добрый день всем. Девочки, мы почему начали именно с таких слов на английском? Потому что, когда я сняла мастер-класс по такой декоративной розе, да, я вам уже говорила, она декоративная для любого театрального костюма, для пляжных сумок. Вот, значит, ну, кто-то сразу все увидел, понял. На самом деле была ошибка моя. Я снимала одна и думала, что там все нормально. А в результате, на самом деле, если кто смотрит и делать будет первый раз, немножко непонятно. А вот эта Лилиан на португальском написала мне сообщение и сказала, что, пожалуйста, переснимите мастер-класс. Мы ничего не увидели. Поэтому снимаем. Еще для тех, кому плохо было видно. Yes, yes, this video for special for Lilian. Again, hello to Lilian and many others who are watching our video. Thank you a lot. Вот, девочки, значит, это, скажем так, эта роза выполняется очень и очень просто. Если на нашу обыкновенную розу мы вырезали квадратики, например, 4 на 4, 5 на 5, и из них мы делали слезку, то здесь нужно вырезать 4 не на 4, а 4 на 5 и 5 на 6. Вот. Почему это мы делаем так? Я вам сейчас объясню. Вы видите, какая она сама по себе? Она такая, как бы плоская. Нам и нужна плоская, потому что если мы ее куда-то будем прикреплять, либо делать панно, либо какие-то картины, нам она именно такая нужна. Потому что та слезка, которую для нашей розы мы делали раньше, понимаете, она более такая, ну, ровненькая, а эта более, видите, как сердечко. Вот смотрите, я вам сейчас нарисую прям быстро от руки и вырежу, чтобы вам было ясно. Значит, первое что, после куколки идут вот такие лепесточки. Они небольшие, смотрите. Вот, вот такой лепесточек. И вот это мы вырежем, нам это не нужно, это будет лишнее на нашей куколке. Второй лепесточек, второй он у нас, значит, вот так, сейчас я. Но он у нас вот с такой серединкой. И напоминает нам это все сердечко. И видите, мы не делаем острые, мы тоже здесь закругляем. Ну, настоящее сердечко, да? И потом еще один, чуть-чуть побольше. Но я это все уже от руки рисую, девочки. Вот, будет побольше. Вот такие мы вырезаем с вами. Вот на эту розу нам нужно так. Но я хочу сказать, может, кто-то хочет увеличить розу. Тогда вы еще сделаете один еще побольше лепесточек. Это все зависит именно от вашего желания. И, ну, как сказать, даже не от вашего желания, а зависит от вашего вкуса. Что вы хотите именно сделать? Вот смотрите, я вам уже говорила, что это формеран двоечка. И это рулонный был этот формеран. И вы знаете, он по качеству очень и очень такой мягкий. И когда если его подольше в руках разминать, он прям похож на пластилин. Это я вам и в том видео говорила. Вот смотрите, это у нас сразу пойдет после куколки. Он толстоватый. Нам его краешки нужно измельчить. Видите, как я его вытягиваю? Вот, мы уже с вами так делали, цветы каны. Вот, краешек, воздух сходит, и он делает, видите, какой тоненький. А потом мы его еще закатаем. И вот так пальчиками. И он весь делает, видите, какой? Он такой послушный, такой прям вот хороший. Также вот эти вот
лепесточки. Тоже так же краешек истончаем. Вот как мы его растягиваем. Он у нас делается тоненький. Вот. Теперь опять гармошечкой. И разминаем пальчиками. Чем больше мы его будем мять, тем он будет у нас, понимаете, такой, как естественную форму принимать. Вот. Вот. Сделали. Также и этот третий большой. И разминаем. Вот камерная не передает. На самом деле он такой пористый, такой мягкий. Ну вот прям настоящий пластилин. Девочки, вот у этой розы мы краешки немножко даже загибали. Здесь я вам хочу немножко другой вид показать. Вы же уже знаете, что повторяться не люблю. Значит, нам что понадобится? Первое. Из фольги мы делаем вот такую куколку. Вот. Ну, я вам уже говорила, как. Вот 3 на 1.5. Диаметр 1.5, длина 3. Так? Начинаем первый лепесточек приклеивать. Вот смотрите, мы должны вот так здесь приклеить, чтобы он вот такой вот прям был. Вот-вот-вот. И весь его приклеиваем. Вот. Так, берем второй. Выбираем любой. Так, кончик сам смазал. Здесь наша цель закрыть фольгу. Вот, видите, кончик какой. Закрываем. Почему мы убирали с вами вот эти вот все, вот эти острые кончики? Они нам не нужны здесь. Понимаете, это лишнее. Надо не забывать о том, что фоамиран-то у нас 2, не 1. Он же толстоватый, его будет очень много. Так. Вот у нас делаем куколку. Так, это какой-то у нас. Вот это сейчас сделаем. Вы заметили, да? Всегда сначала как бы примеряем, а потом проклеиваем. Вы не поверите, какой он мягкий, какой он приятный, как с ним хорошо работать. Ну вот, честно вам скажу, сейчас уже такого фоамирана как бы нет. Немножко другой он по качеству. Это прям вот первый-первый был. Так. Так, заметили, да? Я не считаю, сколько здесь лепесточков. Нет такой даже привычки у меня, девочки. Вот я нарезала и смотрю. Если не хватит мне, если нужно будет, я лучше еще дорежу. А вообще всегда я режу, наоборот, побольше. Самое главное, верхнюю часть сразу проклеиваем, а потом вот эту нижнюю. Вот. Так. Так, и, наверное, сейчас вот последний. Да, вот такой последний. И все. Потом у нас пойдут сейчас маленькие, которые у нас квадратики 4×5. Вот он, маленький бутончик. Видите, похоже на бутончик? Похож. Даже если вы будете, например, что-то отделывать, панно или картину, или там сумочку, вы можете сделать и бутон, и такую, и поменьше.
Потому что, когда одинаковые розы, ну, в композиции они не очень смотрятся. Это я вам точно говорю, мои хорошие. Вот какой-то маленький завалялся, он нам будет не помеха. Мы его приклеим сейчас. Так. Вот. Видите, как хорошо он у нас подошел. Теперь следующий. Следующий. Розочка тем самым она растет. Так, сейчас посмотрим, какой лучше. Так. Даже если мы краешки загибать не будем, розочка будет смотреться хорошо. Вот, видите, как просто ее делать. Но второй ряд, он как бы не загибается. А с третьим сейчас решим как. Так. Так, теперь смотрим здесь у нас что. Вот сейчас уже большие начинаю я приклеивать. Вы видите, как я вот так и немножко, вот, чтобы она уже сама отходила. Вернее, ну, сам лепесточек сам отходил. Вот, потихонечку. И уже клею в самом-самом низу. Так. Вот сейчас эту розочку сделаем без всяких загибов. Так. И вот здесь у нас осталось 4. Сейчас мы посмотрим. Это самые последние. Как их называют? Они рубашечные. Вот. Вот какой вид.
Мне кажется, еще как бы одного не хватает. Вот 5 хорошо. Ну, сейчас посмотрим. Так. Вот сюда. Сейчас 5 обязательно сделаем, девочки. Четыре. Сейчас вырежем 5. Как нам лучше добавить, если мы сюда, вот это сюда. Так. И последний. Вот мы почти края с вами не загибали. Можно тут 1-2 загнуть. Так, и теперь у нас листочки. Листочки всем ясно уже. Мы с вами много-много раз делали их. Так. Thank you.
Так, вот листик здесь можно еще один. Ну вот, девочки, вот она, понимаете, какая? Здесь мы чуть-чуть края заворачивали, здесь мы не заворачиваем. Вот у нас две такие розочки получились декоративные. Но если вы захотите завернуть краешек, вы знаете, берете горелочку, по краю проводите и пальчиком вот так закручиваете. Горелочка, пальчик и все. И то здесь вот в этой розе можно только вот часть закрутить. Вот такие две декоративные розы, которые выполняются очень и очень просто. И они от того, они же будут у нас с вами прикрепляться к поверхности. Вот и все.